Еженедельный мониторинг цен на продукты питания продолжается. С 9 декабря по 16 декабря большинство продовольственных товаров в цене подросли. Связано это в первую очередь с увеличением оптовых цен. Во всех обследуемых предприятиях торговли отмечено увеличение средних цен на крупу рисовую до 11,7%, макаронные изделия до 13,3%. Сахарный песок до 11,5%, рыбу мороженую до 9%, капусту белокочанную до 8,2%, огурцы до 12,5% и томаты до 9,3%. Также наблюдалось повышение цен на виноград до 16,1%. В областном центре за последнюю неделю отмечена и положительная динамика в плане снижения. Средняя розничная цена немного упала на сливочное масло, мясо кур и муку. Зато в преддверии Нового года стремительно подорожали овощи и фрукты. Мониторинг цен на продукты питания показал, что по большинству позиций наименьшие цены встречаются в магазинах федеральных сетей, функционирующих на территории города: «Пятерочка», «Магнит», «Дикси». Во всех без исключения обследуемых типах торговых предприятий отмечен рост средних цен на крупу гречневую на порядка 30%, составляет 68,5 рублей. Спасти ситуацию могут местные товаропроизводители. Светлана Давлетова предлагает в 2015 году расширить перечень тех продуктов, которые производятся и реализуются на территории региона, до 40%. Сейчас местные товаропроизводители продают в своем регионе около 20% производимой продукции. Старт этой работе будет дан после подписания трехстороннего соглашения между правительством, производителями и торговыми сетями. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. У нас выросли цены по